сложные негативные эмоции, которые комком остаются и, по сути, тоже есть травма, они наследуются через метилирование ДНК. По сути, ваша ДНК не меняется, но что конкретно из нее достается, вот это может меняться. То есть какие-то определенные участки могут не работать для того, чтобы вас построить, а какие-то будут активированы. Чтобы по-русски понять всю эту систему, я вот такое придумала для вас. Вот представьте, что у вас есть все эти фломастеры, но если в какой-то момент случается стресс сильный, то вы начинаете рисовать только двумя цветами. Вы не используете голубенький, красненький, розовенький и желтенький, а начинаете рисовать только синим и черным. Набор фломастеров тот же самый. Что вы оттуда используете, меняется. Меняется у ваших предков в зависимости от того, с какими ситуациями они в жизни сталкиваются. И дальше они передают эти знания и вам. Он рисовал там предыдущие три поколения черным и синим. И вы будете продолжать рисовать черным и синим, хотя, еще раз, все фломастеры у вас на месте.